Ну вот вам иллюстрация, как поступают с такими людьми, как я, и с агентом Маудером. Как у тебя дела? Ты установила близкие контакты третьего вот вида? Вот такие вот типчики. Все считают, что именно этим я и занимаюсь? Конечно, не все. Но ты же работаешь с чокнутым Маудером. Но, в общем, они не шибко опасны. Но когда их много, понимаете, когда все общество состоит из таких, то тут уже попахивает костерчиком. Имеется в виду, на котором сожгут меня, агента Маудера и всех прочих. Так, сегодня мы заезжаем за Татьяной Егоровной сначала в Саварьево, потом едем на мою исследовательскую станцию. Так что, может, я еще раз сниму это Саварьево. Хотя там бы я ничего не снимал. И глаза бы мои не видели тот район. Но что же делать? Но что-то общее в убийствах есть? Проникновение в дом, вернее, отсутствие оного. Что ты имеешь в виду? Одна из жертв студентка убита. Отлично. В крохотной комнатке в общежитии. Окна секретные секретные материалы. Первый сезон. В офисе с прекрасной системой безопасности. На мониторах охраны пусто. Уборщица вот говорит о жертве за несколько минут до убийства. Вот так вот. Сверхъестественное. Работает, когда его презирают. Так, ну видите, это третья серия в первом сезоне. Ладно, вот вам вид с балкона. Видите, все нормально, пока не слушаешь, как сказать, радио и телевизор. Все нормально. То у меня уже давно откололось. Но ни на что это не повлияло. Это деревянный стеклопакет, ребят. Представьте, дом с ними продавался. Квартира продавалась. Дом с ними построен. Деревянные стеклопакеты. Сколько они сейчас стоят? Представить сложно.